Новый птицеперерабатывающий завод компании «Домотэ» в центре внимания министра сельского хозяйства России Николая Федорова. Он построен в рамках одного из самых масштабных в стране проектов по выращиванию и переработке индейки. Рассчитан на производство 15 тысяч тонн мяса птицы в год. В следующем «Домотэ» планирует увеличить результат вдвое, а к 2015-му повысить планку до 60 тысяч тонн, так как проект предусматривает создание комплекса с полным производственным циклом. Помимо птицеперерабатывающего завода, он включает инкубатор, площадку подрачивания и откорма. Предприятие современное, достаточно производит хорошее впечатление. Объединение технологий мирового класса, усилий региональных властей и на самом деле талантливых творческих руководителей проекта и специалистов дает очень мощный, если так модно выражаться, мультипликативный эффект во всех отношениях. В прошлом году в состав «Домотэ» вошел лидирующий пензенский переработчик молока «Молком». Предприятие перерабатывает до 200 тонн молока в сутки. Выпускает широкий ассортимент продуктов, включающий свыше 50 наименований. Сейчас «Домотэ» проводит масштабную реконструкцию комбината, что позволит увеличить производственные мощности. В планах компании выход на рынок производства говядины. Уже разрабатывается проект по откорму, убою и переработке мяса. Благодаря ему область получит 37 тысяч тонн готовой продукции в год.